Друзья, всем привет! В этом видео я бы хотел поговорить о том, как я строю секвенции так, чтобы они соответствовали аккордам, которые играются в аккомпанементе. То есть это очень простой подход. Для этого, смотрите, вам нужно знать две вещи. Это сами аккорды, которые играются в аккомпанементе, и тональность, естественно, гамму, которую мы можем использовать. В данном бэкинг-треке у нас тональность ми-минор, соответственно, мы будем использовать ми-минорную гамму, и аккорды там такие ми-минор, до мажор, ре мажор, соответственно, ЕМ, С, Д. И смотрите, мы возьмем за основу вот эти вот простые аппликатуры четвертой струны. То есть, смотрите, тризвучие ми минор, в данном случае такое обращение. Ми, соль, си, ми. Ми, соль, си, ми. Возьмем вот эти ноты, то есть стандартная вот эта аппликатура с барре четвертой струны. Вы можете, естественно, взять любую другую аппликатуру. Короче, смысл в том, что мы должны взять ноты, которые входят в аккорд, и от них, собственно, играть какие-то фигуры, оставаясь строго в рамках внутри гаммы. Гамма у нас, повторюсь, ми-минор. По знакам альтерации там всего один диез, это фа-диез. И смотрите, мы стартуем, например, с ноты ми, да? То есть вам не обязательно вообще играть от каждой ноты аккорда, вы можете вообще от одной струны. То есть идет аккорд ми-минор, вы играете от ноты ми, пошел аккорд до-мажор, вы играете от ноты до, пошел аккорд ре-мажор, играете от ре и так далее. И остаетесь просто в рамках гаммы. Но мы здесь разберем более такой комплексный подход, будем играть от каждой ноты аккорда. Итак, смотрите, берем в качестве точки отсчета ноту ми, это тоника аккорда, тризвучие ми-минор. Берем кусок гаммы ближайший, то есть ноты ми, фа, диез, соль, и играем на них стандартную. Такую, я ее называю малимстеновская вертушка, потому что Ингви очень часто ее использует. Выглядит она вот так. 15, 12, 14 лады. 15, 14, 12. Вертушку вы можете и сами придумать какую-нибудь. То есть другую взять, не обязательно именно эту. Но в моем видео именно это. Давайте еще раз. То есть ноты у нас ми, фа, диез, соль. Две из этих нот входят в тризвучие ми-минор. Соответственно, все максимально соответствует. И играем один раз от этой ноты. Теперь смотрите, я добавляю скачок через струну, чтобы это звучало так в стиле Пола Гилберта немножко. И прыгаю сразу на ноту соль, которая тоже входит в тризвучие ми-минор. И теперь от нее же играю такую же вертушку, тоже оставаясь строго в тональности ми-минор в рамках гаммы. Это ноты будут соль, ля, си. Играем такую же вертушечку. Итого у нас получилось. И в этом куске гаммы у нас тоже есть две ноты трезвучия, соль и си. То есть это все максимально хорошо ляжет на ми-минорный аккорд. По сути, это он и есть, проходящие ноты из гаммы. Дальше я залетаю на четвертую струну, на ноту ми. Играю ее. И возвращаюсь на третью. То есть это 14 лад. Дальше 12, 14, 16, 14, 12 на 3, то есть такая вот вертушечка. Итого у нас получилось 3 вертушки, каждая из которых играется от ноты тризвучия, от ми, от соль и опять от ми. И теперь вернемся, здесь мы еще не были, на вторую струну, на 12 лад, это нота си, которая тоже ходит тризвучие, и сыграем от нее. Итого у нас получилось. Видите, мы играем от 12, 12, 12 и от 14. То есть мы соответствуем полностью аккорду. Аналогичный подход используем, чтобы обыграть тризвучие С, до мажор. Смотрите, ноты тут. До, 10 лад, 4 струна. Ми, 9 лад, 3. Соль, 10, ой, сорян, 8 лад, 2. И до, 8 лад, 1. Итого. Вот это тризвучие до мажор, и действуем по той же схеме. От ноты до играем ближайшие ноты гаммы ми-минор. Это до, ми, до, ре, ми. На них играем такую же вертушку. Также прыгаем через струну, играем от ноты ми. Это ми, фа, диез, соль будут. Тут главное не запутаться. Хоть у нас аккорд и до мажорный, мы играем по-прежнему в ми-минорной тональности. То есть не надо обыгрывать до мажорный аккорд именно до мажорной гаммы. То есть мы идем по ми-минорной тональности. Соответственно, здесь играем ноту именно фа-диез, а не фа.
дальше нота до на четвертую струну 10 лад и на вторую струну от ноты соль. И того у нас получилось. Давайте соединим медленно. 3, 4. Играем 2 раза и 3 звучия. И наконец у нас остался ре-мажорный аккорд. Он выглядит точно так же, как до-мажорный. Раздвигаемся на 12 лад. Это ре, фа диез, ля и опять ре. 12, 11, 10, 10 лады. И опять же, смотрите, идем по гамме ре, ми, фа диез. Теперь от фа диеза. 11, 12, 14 лады. От ре 4 струны. И, наконец, от ля на 2. И опять же, везде мы соответствуем гамме и соответствуем вот этой форме трезвучия. Давайте соединим. Ми минор играем 2 раза, а до и ре по 1 разу. Поехали. Теперь пару слов о том, как это сыграть в интервал, как сделать гармонизацию на второй гитаре. Мне очень нравится этот подход, так очень было популярно делать в шредде 80-х, ну и вообще в музыке 80-х. Соответственно, чаще всего используется интервал терция. Терция — это у нас по гамме первая, третья ступень, интервал между ними. То есть как бы фактически через ноту. И смотрите, все, что вам нужно сделать, чтобы добавить терции к этой секвенции, да, то есть выстроить такую же секвенцию, но в интервал, это сыграть от вот этих стартовых нот, да, через ноту от каждой. И тоже оставаться в рамках той же самой гаммы. То есть, смотрите, если первая нота была ми, значит, мы играем через ноту. Фа диез пропускаем, играем от соль, переносим сюда указательный палец. И от этой ноты смотрим, какие там у нас следующие ноты по гамме. Это соль, ля, си по ми минору. Соответственно, играем. Дальше здесь было соль, си, ой, соль, ля, си. И, соответственно, от соль играем через ноту, значит, мы должны играть от си. И в рамках гаммы это будут ноты си до ре. Соответственно, мы теперь играем. Здесь была ми, здесь будет соль. И здесь было си до ре. И здесь, соответственно, будет через ноту ре, ми, фа диез. Естественно, для того, чтобы делать такие вещи, вы должны хорошо знать ноты на грифе, хорошо знать гаммы, по крайней мере, самые распространенные на гитаре. То есть, фактически-то, смотрите, прикол в том, что мы обыгрываем ми минорное трезвучие, отталкиваясь теперь от нот трезвучия, которая находится через ступень от него. Следующее трезвучие от ми у нас был бы фа диез уменьшенный, да, аккорд. И следующий аккорд — это соль мажор. То есть фактически мы фигачим по ступеням соль мажорного трезвучия теперь. И оно будет, соответственно, все совпадать в терцию с ми минорным. Все вот эти вот гаммы. Итак, давайте соединим. Теперь нам надо обыграть до-мажорное трезвучие аналогично. Смотрите, через аккорд, через ступень от него. То есть следующий аккорд — это ре-мажорный, мы его пропускаем, и через ступень как раз располагается ми-минорный аккорд. То есть мы поверх до-мажорного аккорда фигачим как бы теперь по ми-минорному трезвучию, то есть вторая гитара. Если здесь были ноты, ну давайте считать от ноты до, до ре ми, то здесь, значит, считаем от ноты ми, это будет ми, фа, диез, соль. Играем, соответственно, тупо ми минорное трезвучие, как было в самом начале, но оно будет играться вот в интервал к до-мажорному. То есть тут у нас ничего не изменилось.
И, наконец, от ре мажорного, что мы должны сыграть, смотрите, следующее трезвучие, следующий аккорд, это ми минорный, соответственно, через ступень у нас располагается как раз фа диез уменьшенное трезвучие. То есть мы должны будем играть по его ступеням. От ноты ре считаем, ми пропускаем, значит, будем играть от фа диеза. Это фа диез соль ля. То есть строго следуем нотам гаммы. Дальше у нас был скачок на фа диез, значит, здесь соль пропускаем, играем от ля. Это будет ля си до. Здесь была ре, здесь, значит, будет фа диез, ми пропускаем. То есть все время должны играть через ноту, через ступень. И здесь у нас было что? Ля си до, значит, здесь будет до ре ми. Вот эта вот сдвинутая через ступень секвенция будет в точности совпадать в интервал в терцию с той секвенцией. Давайте по ней пройдемся теперь. Также я не упомянул о том, что вот эта гармония терциями добавляется только на втором повторе. Ну, вы, наверное, и сами также заметили. И пару слов о том, как гармонизовать мелодию, которая идет дальше. Смотрите, дальше у нас пошла мелодия на длинных нотах, да, берем ноту си, потом си октавой ниже, соль на третий и фа диез тоже на третий. То есть такая мелодия. Как к ней добавить терции? От ноты си играем вверх через ноту. Это будет ре. Здесь от ноты си тоже получается должна быть ре. И здесь соль и фа диез. Через ноты считаем си и ля будет. То есть должна быть такая мелодия, которая даст нам интервал к этой. Но вот эту ноту я гармонизую не нотой ре, а нотой ми на самом деле там в оригинале, потому что нота ми лучше подходит на этот аккорд, и получается гармонизация в кварту. Си, ми, видите. То есть так тоже можно делать. А эти ноты, да, как есть. А здесь? Вот, еще важный нюанс, что если вы прописываете какие-то медляковые, да, вещи с длинными нотами, с вибрато, то у вас гармония должна, гитара, которая играет гармонию, смотрите, чтобы ваши все вибрато по амплитуде, все бенды в точности совпадали, то есть чтобы вы качали ритмично, и вторая гитара должна качать точно в таком же ритме, чтобы у вас волна вот этих вибрато, да, в терцию или в другой интервал она совпадала. Соответственно, и здесь у меня должно быть... И это еще сложный нюанс в том, что, смотрите, здесь у нас ноты соль и фа, и я вибрато делаю на полтона, да, от фа до соль обратно. Ну, чтобы потом более-менее строил, да, в тональности. И делаю его восьмыми нотами. Соответственно, здесь я делаю такой же вибрато, но уже на тон. То есть я качаю ля до си. Вот это важный нюанс. Тогда у вас вот эти вот две амплитуды, две волны у двух гитар в интервал будут хорошо совпадать. Такое можно услышать у Ингви Мальмстина, у того же, ну, короче, у любого фирмового чувака. То есть не покатит, если у вас одна гитара играет вибрато вот так, да, один гитарист, например. А второй играет параллель. Это будет ужас. То есть надо, чтобы все это совпадало. Ну вот и все на сегодня. Надеюсь, вам видео было полезным. Друзья, если кому-то нужны табы, прямо в гитарпрошном формате, я запилил себе бусти, наконец, там внизу будет ссылочка, можете там их за смешную копеечку приобрести себе, поддержать старика. Вот, но если какие-то вопросы остались, то задавайте в комментариях, и до следующего видео. Всем пока!